Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на нашей передаче, на которой продолжаем отвечать на поступающие от самой активной части нашей аудитории вопросы. По традиции хочется прежде всего поблагодарить всех тех активных участников, которые продолжают присылать свои интересные вопросы на адрес нашей передачи. Я полностью разделяю ваше мнение и считаю, что действительно находиться среди людей, ведущих себя таким образом, весьма неприятно. Действительно, находясь среди таких, такой части населения, бывает весьма и весьма неуютно слушать без конца мат или осуждение, сплетничество и прочее, бывает очень неприятно. Но однако та реакция, которая вызывает вызывает в вас эти все негативные чувства, она тоже неверна. Потому как всякое осуждение, переживание, гнева, оно, собственно говоря, не вызвано поведением людей, а как бы выявляет наши собственные страстные наклонности, существующие в нас и до какой-то степени не выявляющиеся при благоприятных условиях. Но как только возникают какие-либо случаи или ситуации, мы с вами способны увидеть, что в нас живет гнев, раздражительность и грехосуждение. Все эти ситуации, с которыми мы сталкиваемся в жизни, они тоже некоторым образом помогают нам раскрыть и понять самих себя. При некоторых неблагоприятных ситуациях мы вполне можем думать о себе как о людях порядочных, честных, лишенных каких-либо пристрастий. Но вот складываются обстоятельства, при которых как бы лучом вырываются в нас, охватываются нечто, что помогает нам познать самих себя. И вот та ситуация, которую вы описали, она как раз таки выявляет существующие страсть гнева, раздражительности и осуждения. Размышляя о том, что присутствует в нас, мы прежде всего должны склоняться к мысли о том, как победить существующие в нас страсти. Если мы наблюдаем, что живет в нас гнев, раздражительность и осуждение, то мы должны прежде всего бросать все свои силы на победу над этими страстями. Читая жития святых или жития тех, кого мы называем мучениками, с современными, жив, жившими в прошлом веке, пережившими страшные катаклизмы, перемены власти, можем прийти к выводу, что они оказывались в еще более, более худших условиях. Представьте себе, например, соловецкий лагерь, где люди, находящиеся среди уголовников, совершивших преступления, убийства и прочего, Находили в себе силы оставаться людьми, не ломались. И ко всему прочему, читая жизнеописание людей духовного сана, мы видим, что они вызывали чувство глубочайшего уважения даже среди тех, которые, по своему поведению, потеряли человеческий облик. И это происходило потому, что они находили в себе силы оставаться людьми и проносить даже среди этого общества факел. В христианской жизни. И поэтому, размышляя над этим, мы приходим к выводу, что не обстоятельства, не атмосфера, не окружающая среда воздействует на нас или деформирует нас, но мы сами и живущие в нас страсти. И поэтому, когда мы оказываемся в подобных ситуациях, то должны винить прежде всего не окружающую среду, не людей таких же, как мы но зараженных другими страстями, а должны обращать внимание на себя. И, конечно же, благодарить Бога за то, что Он ставит нас в такие условия, при которых мы можем познать себя и увидеть то, что в нас живут греховные пристрастия. В вашем вопросе присутствует еще одна важная тема, на которую необходимо поговорить, это именно осуждение. Господь своими словами дал нам понять, что мы будем судимы так же, как судим других. «Не судите, и не судимы будете», — сказал он. Из этого мы можем понять, что грех осуждения, пожалуй, является самым тяжким, потому как он задевает целый, а с... целый ряд всевозможных греховных наклонностей, живущих в нас, прежде всего, он связан с грехом гордости. Человек смиренный, который дает отчет о том, кто он есть, никогда не станет осуждать другого, потому как имеет реальное представление о себе саму. Если мы в тишине комнаты честно зададимся вопросом о том, кем мы являемся, то вполне можем найти в себе массу всевозможных недостатков. Об этих недостатках нам свидетельствуют и окружающие нас люди, которые очень часто о них говорят. И причем иногда открывают наши недостатки нам самим. И вот если мы при честном суде своей совести зададимся этим вопросом, то увидим, что сами являемся людьми далеко несовершенными. Когда человек приходит к такому выводу, то он видит в других людей не грешников, а людей, обладающих достоинствами. Если мы увидим в себе недостатки, то представим, что другие люди вполне обладают всевозможными достоинствами. И ко всему прочему, трезвый взгляд на себя, он помогает понять, что все люди вокруг нас далеко не совершенны. Наличие же осуждения, то есть того, когда мы выносим приговор, Другому человеку свидетельствует о том, что мы нереально оцениваем самих себя, чувствуем свое превосходство над другими людьми. А это превосходство свидетельствует о наличии в нас чувства гордости или превозношения над другими окружающими нас людьми. Выявление в себе этого свойства, оно прежде всего призывает нас к борьбе с самим собой и приобретением чувства смирения. Опять-таки я хочу сказать, что никоим образом не хочу оправдать поведение окружающих вас людей, которые сквернословят или занимаются сплетничеством. Но опять-таки хочу подчеркнуть то, с чего мы начали сегодняшнюю нашу беседу, а именно с того, что эта ситуация помогает вам прежде всего познать и увидеть в себе некие склонности к осуждению, чувству превозношения и чувству озлобления. Все это является прежде всего звоночком вам самим к тому, чтобы обратить внимание на свой внутренний мир и приобрести как смирение, так и чувство неосуждения других. Все? На этом наша передача окончена. Я снова благодарю всех активных участников за те вопросы, которые вы продолжаете присылать на адрес нашей студии. И надеюсь, что те темы, которые мы поднимаем, они будут вам помогать и неким образом отвечать на все ваши вопросания. Всего вам доброго и до новых встреч.